43 миллиона рублей планируется вложить в инфраструктуру и социальные проекты округа. Деньги на эти цели будут выделены «Башнефть-Полюс» в рамках соглашения между компанией и администрацией НАО. Изменения в соглашении обсудили депутаты окружного парламента на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Соглашение между администрацией Ненецкого округа и компанией «Башнефть-Полюс» подписано в 2012 году. Ежегодно между сторонами подписывается протокол о сотрудничестве. В документ предлагается внести изменения, согласно которым нефтяная компания в этом году выделит 43 миллиона рублей. Это финансирование приобретения, доставки и монтаж детского игрового комплекса «Сказочное королевство» в сумме 16 977. Второе – это финансирование работ по благоустройству, озеленение города и поселка Искатели. Третье – это приобретение современного оборудования для оснащения классов физики, химии, биологии школ. Высказанные предложения парламентарии согласовали и рекомендовали при подготовке проекта уточнить сроки и механизмы финансирования. Окончательное решение по вопросу будет принято на сессии.